Мир всем. Это стихотворение я посвящаю дорогому Игнатию Тихоновичу. Старец с большой буквы. С большой буквы он старец, Богом избранный пророк, проповедник, миссионер, посланец, многим православию помог. Им клад талантов в землю не зарыт, и явлены в нем дивные труды. В интернете сайт его открыт, древо принесло свои плоды. Это все о нем, о милом брате, мудром муже, дорогом отце, о сыне Тихона Лапкина Игнатия, о неутомимом огненном борце за веру православную, догматы, за каноны всех святых отцов. Суд и тюрьмы он пережил когда-то, за Христа и Библию умереть готов. Но он терпит поношение и поныне, и на земле сплетается ему венец. Бог Иеговы живет в его храмине и обращает к свету всех слепых овец, чтоб прозрели все, кто свет не видит, кто во тьме язычества живет. Сатана каноны и Библию ненавидит, а отец Игнатий им свое время отдает. Он заботится, чтоб их авторитет возрос, ночи, дни в молитве все проводит, не остался неотвеченным ни один вопрос, есть ответы, которые он в Библии находит. Люди, вы послушайте пророка, он избранник на стези такой, обличитель нашего порока, жизнью своей праведной, святой. Пастырь всех овечек созывает, о человек, сей глаз услышь, верую тебя Господь спасает, пробудись, душа, что спишь? 16.04.18. Голубева Екатерина.